Ребята, всем привет! Добро пожаловать на канал Евгеймер. Сегодня у нас, как всегда, новиночка. Это коллекция Мадагаскар. Я подготовила новую коллекцию. Здесь всего 9 конвертиков, поэтому мы возьмем только 2. Так, дальше мы возьмем все большие конвертики. Хочу их опять по размерам рассортировать. Единорожки. Майнкрафт. Иди сюда. Возьмем 2. Новогодняя коллекция. Хочу вот такой вот с мишурой. Коты рулят. У нас осталось 2 конвертика. И осталось собрать одну наклеечку. Возьмем сегодня вот этот. Посмотрим, что нам попадется. Коллекция Шарлотта земляничка. Возьмем один конвертик. Холодное сердце. Конвертика 3, наклеечка осталась всего лишь 1. Возьмем вот этот конвертик. Киндер-сюрпризы. Их осталось всего 5 штучек, так мало. Возьмем вот этот. Коллекция мини-лента, возьму 2 конвертика. Очень большая коллекция, хотелось бы ее уже закончить поскорее. Свинка Пеппа. Тоже возьмем 2 конвертика. Хочу большую распаковочку. Gravity Falls 1. А этот не хочет. Коллекция Амнямчики. Веселые прилипалы. Тоже возьмем 2 штучки. Фастфуд. Осталось всего 2 конвертика. Их мы же сегодня и откроем. Коллекция Шопкинсы. Хочу взять 3 конвертика. Так, 2. И вот это пускай будет 3. Пончики. У нас 3 конвертика. Возьмем 1. И выстрелы для наших пиратиков. Первый. И второй. Я отправляюсь за каталогом. Оставайтесь со мной. Я уже открыла каталог, а это значит, что мы приступаем к распаковочке. Открываем первый конвертик от мини-ленты. Получаем под номером 39. Это еще пустая ячеечка, значит, мы эту наклеечку приклеим. Вот такая вот туалетная бумага. Пускай она пока здесь полежит, а мы посмотрим, что у нас во втором конвертике. Во втором конвертике под номером 27. Это тоже еще пустое место. Вот такой вот бальзам после бритья от Нивеи. Я их приклею и к вам вернусь. Наклеечки на месте. А это значит, что мы идем дальше. В коллекцию киндер-сюрпризов. Открываем конвертик. И смотрим, что же нам попадется. Угу, что-то интересненькое. Судя по форме, я уже догадываюсь, что это будет вот этот сюрпризик. Давайте посмотрим. Точно, вот такой вот бегемотик. Давайте поскорее разместим его в нашем каталоге. На это место. Ой, немножко кривенько, ничего страшного. Идем дальше. Коллекция «Веселые прилипалы». Мы взяли 2 конвертика. Будем надеяться, что хотя бы один будет не повторочка. Открываем. Первым нам попадается хохотун. Так, посмотрим, посмотрим. Хохотун у нас уже есть. Вот такой вот малыш голубенького цвета. Отправляется лежать рядом с каталогом. А мы переходим ко второму конвертику. Так, сначала здесь игрушка. Вот такой вот маленький цыпленочек. Такого у нас нет. Его зовут Пискля. И посмотрим, что же про него написано. С Писклей точно все знакомы. У кого есть младшие братья или сестры? Это он подговаривает их пищать и жаловаться маме. Но он совсем неплохой. Просто самый маленький. Подружись с ним и увидишь, как вам будет весело играть вместе.
Вот такой вот классный у нас малыш. Разместим его, и у нас собрался второй ряд. Следующая коллекция, коллекция с ам-нямами. Ой, лишний конвертик. Открываем и смотрим, кто же нам попадется. Так, аккуратненько. Хочу разорвать. Уже нашла уголочек. Ой, я порвала наклеечку. Номер 16, такой у нас еще нет. Вот такой вот ам-нямчик в новогодней шапочке Санта-Клауса, который ловит языком снежинки. Постараюсь его аккуратненько приклеить, чтобы потом не было видно вот этой вот замятости. Вроде бы неплохо получилось, как вы считаете? Идем дальше. Коллекция «Я люблю кошечек». Так, мы брали конвертик. Ну, мы же брали конвертик. А, вот он спрятался. Давайте посмотрим, кто у нас здесь. И это повторочка. Эта наклеечка нам попалась во вчерашнем выпуске. Вот такой вот том. Отправляется лежать рядом с каталогом. Так, маленькие конвертики я переложу на эту сторону, а сюда положу повторочку. Двигаемся дальше в коллекцию с Шопкинсами. Так, раз, два, три конвертика я брала. В первом конвертике нас ждет Soda Pops. Вот такая вот содовая под номером 100. Открываем страничку. Это закуски для вечеринки. И она самая последняя на этой страничке. Размещаем. И открываем второй конвертик. Так, мини-маффин. Это что-то из сладостей. Точно, маффинчик такой, лапочка. Такой сладенький и вкусненький. С какой-то посыпочкой и украшениями. Номер 37. Это вот эта страничка. Кондитерские изделия. И переходим к третьему конвертику. Что-то синенькое. Фризи. Значит, точно замороженные продукты. Сразу же открываем эту страничку и смотрим. Фризи-пизи. Это замороженный горошек. Такой милашка. Номер 136. И он тоже последний на этой страничке. И даже в этой коллекции. Именно по страничкам. Потому что с 37 по 42, по-моему, они на первой страничке, как ограниченный выпуск. Приклеиваем. И открываем следующую коллекцию. Холодное сердце. Один конвертик. И одна наклеечка. Интересно, что же нам сегодня попадет? Открываем. Ну, это большой сюрпризик для этой наклеечки. Точно. Она под номером 6. И это вот такие тролли. Повторочка. Отправляем лежать рядом с каталогом. А сами идем дальше. Я совсем забыла оформить коллекцию от моей сестры. Ребята, простите меня, пожалуйста, завтра я обязательно выложу видео, как я сделала эту коллекцию. Простите. Шарлотта земляничка. Что же здесь, что же? Ага, такую прическу я, по-моему, уже видела. А нет, похожая прическа, но не такая же. И кто же нам попадается? Наверное, это какая-нибудь малинка. В нашей коллекции она под номером 1, самая первая. И мы собрали эту страничку. А всего в коллекции нам осталось собрать одну наклеечку. Идем дальше. Коллекцию единороги. Открываем конвертик. И получаем сюрпризик. Вот такой вот единорожка. И он у нас уже есть. Повторочка. Отправляется лежать рядом с каталогом.
Ну, а мы идем дальше. Спанч Бобов мы уже собрали. Коллекция Gravity Falls. Открываем. И вот такого персонажа получаем. Номер 16. Вот здесь. И дальше у нас коллекция BT21. А, мы же ее собрали. Я уже совсем забыла. Следующая коллекция. Новый год. Мы взяли один конвертик. Я уже вижу, что здесь какой-то небольшой сюрпризик. И нам попадаются мандаринки. Как же я люблю есть в новогодние праздники мандаринки. Я их покупаю целыми пакетами каждый день. В нашей коллекции эти мандаринки под номером 25. Давайте их поскорее приклеим. Вот такая красота и вкуснота. Следующая коллекция Майнкрафт. Я взяла сегодня два конвертика. Открою их сразу же и посмотрим, что нам попадется. В первом конвертике вот такой вот, вроде бы как нубик, или как они называются, но с белыми глазами. Он у нас под номером 20. Вот здесь. А во втором конвертике паучок. Вчера нам попался вот такой паучок, сегодня другой. Он у нас под номером 15. Вот здесь. Наклеечки я приклеила, а мы двигаемся дальше. Fast Food. Оставшиеся две наклеечки. Ребята, что же делать с этой камерой? Она опять выключилась. А я опять этого не заметила. Наклеечки из Майнкрафта я приклеила. И уже приклеила наклеечки из фастфуда. Нам попался вот такой вот хот-дог. И вот такой вот мороженка. Эту коллекцию мы закончили. И идем дальше. Коллекцию Свинка Пеппа. Мы взяли два конвертика. Так. Я их могу тоже открыть вместе. И в первом конвертике у нас это, наверное, волк или собачка под номером 5. Здесь. А во втором конверте овечка под номером 14. Дальше у нас по плану коллекция «Морской бой». Я очень люблю эту коллекцию. Посмотрим, что же нам сегодня попалось. Так, первой стреляет Аня. Она стреляет D2. И промахивается. Второй выстрел от зеленой команды А4. А4. И они убивают однопалубный кораблик. Берем второй конвертик. Так, выстрелы. Кто же стреляет первым? Ой, стреляет одновременно. Г1 и В5. Посмотрим. Г1 мимо. В5. Еще один однопалубный корабль. Аня, нужно срочно включать максимальную оборону. Нужно что-то с этим делать. Но ни в коем случае не нужно отчаиваться. Следующая коллекция тоже для нашей Ани. Коллекция с пончиками. И нам попадается вот такой вот сюрпризик. Мне кажется, что это мишка, но у него треугольные ушки. Может быть, все-таки это собачка. В нашей коллекции он под номером 3. Вот здесь. Ну а мы переходим к нашей новиночке. Коллекция Мадагаскар. Вот так вот я оформила страничку. Попробовала сделать градиент. Мы взяли два конвертика. В первом конвертике. Я не знаю, как его зовут. Я смотрела Мадагаскар много раз, но я не запоминала, кто это. 9 номер. Вот здесь.
И второй конвертик. Вот такой вот король лемуров, по-моему, под номером 5. Вот такая новиночка у нас на сегодня. А мы передвигаемся в начало нашего каталога, чтобы брать повторочки. Повторочка хохотун. Вкладыш пискли. Том из мультика Том и Джерри. Такой вот единорожка. И тролли из коллекции Холодное сердце. Ну а на этом все. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Если это видео вам понравилось, обязательно поставьте пальчик вверх. Ну, а я с вами прощаюсь. Пока-пока.